спускаемся к ручью, к настилу. Вот такие виды. Пока еще видно. Ты снимаешь, да? Прогала. Как это в ручье называется? Проталина, да, или как? Промоина. Промоина. Там дальше вот нет ничего, да? Ты не помнишь, где мы? Там дальше где мы? Там, да, да вот здесь. Вот тут вот. Вот тут вот. Лыжные крепления закопаны деформированные и закопаны на глубину метров 20 камнями. И, кроме того, это было не в воде, а гораздо выше. Ну, тут неизвестно, какой тут будет в июне, насколько он большой будет ручей. Вот интересно увидеть в начале июня, в конце мая, сколько тут воды, на каком она уровне. Давай я сейчас, ну-ка, это, замери глубину, где ты стоишь, засунь палку. Больше палки-то. Не могу достать там. Это склон. А как получить спуститься ниже? Так, лесенкой. Давай попробуем. Только мне надо фотоаппарат как-то выключить. Я вместе с ним навернусь.